Кирово-Чепецке следователи обвиняют отца в причинении тяжкого вреда здоровью своей 10-летней дочери. ЧП произошло на реке Чепца. Мужчина катал девочку на лодке, не рассчитал скорости и врезался в дерево. Михаил Вагин расскажет подробности происшествия. Инцидент произошел в конце августа. Отец решил прокатить с ветерком на моторной лодке свою 10-летнюю дочь по Чепце. Как рассказывают следователи, ехал мужчина с недостаточно безопасной скоростью и не увидел притопленное дерево. Удар получился жесткий. Лодка перевернулась, а девочка сидела на пассажирском сидении и в один момент оказалась в воде. При падении школьница получила травмы. Судмедэксперты установили тяжкий вред здоровью. Отца стали подозревать в совершении преступления. Была организована доследственная проверка. В итоге возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения, эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности тяжкий вред здоровью». Горе-лодочнику грозит наказание от штрафа до 2 лет лишения свободы. Расследование уголовного дела продолжается. Михаил Вагин, место происшествия.